Things all look just okay. Привет, друзья, меня зовут Роман, и многие знают, что я участник клуба Golden Island и еще несколько закрытых клубов. На них я делал отзывы в предыдущих видео. И хочу вам сказать, чем же хороши вообще клубы, так же, как и открытые и закрытые. Люди давным-давно решили еще создавать свои небольшие сообщества и различные клубы, потому что это, во-первых, очень удобно. Удобно для каждого. Это такой взаимосимбиоз. Люди друг другу помогают и тем самым держатся на плаву, да, в какой-то, ну, определенной сфере. Очень удобно, что у различных клубов есть свои чаты. Эти чаты так же, как и закрытые и открытые, но в этих чатах всегда находится какой-то модератор и сообщество, которое помогает вновь прибывшим, да, и тем самым продвигая этого человека в ту сферу, в которой он находится. Ну, в данном случае мы находимся в сфере криптовалют, да, в сфере инвестиций. И раз вы смотрите это видео, то уж точно наверняка, что вы ищете какой-то перспективный ICO проект. И многие знают, что в 2017 году в какой бы ICO не инвестирую, в какой бы не плюнь ICO, всегда можно заработать было хорошо, потому что 2017 год был действительно ростом криптовалют. Он запомнился, да, прям новогодняя ночь была, там биткоин под 20 тысяч долларов, ну и все остальные криптовалюты также за ним очень стремительно росли. И все ICO стартапы успешно собирали средства, успешно собирали софткапы, хардкапы и успешно листились на различные биржи. И в принципе никто не думал, что будут проблемы такие, как сейчас мы видим. А 2018 год уже показал нам то, что ICO в 99% это скам, лохотрон и баблосбор. И помимо этого, вот 2018 год славится тем, что сумма всех привлеченных средств на ICO равна 4 миллиардов долларов. Это почти в два раза больше, чем сумма венчурного инвестирования. И тем самым мы также видим, что это очень рисково и очень прибыльно. Да? Любой стартап, который хочет собрать средства, он собирает средства именно в криптовалюте, именно делая ICO. И сегодня я вам расскажу об одном интересном проекте. Это Iconic Club. Этот проект действительно будет очень полезен как инвесторам, как адвайзерам, консультантам и тем людям, кто собирается создавать свой стартап и просто, ну, не знаю, с чего начать. Этот проект действительно интересный, и достаточно высокие рейтинги, там средний рейтинг 4,5 балла получается, если по всем площадкам смотреть. Ну, это очень хорошее. У этого проекта уже есть стартапы рабочие. В феврале 2018 года они запускали официальный запуск акселерационной программы с 5 стартапами уже в Германии. Ну, давайте чуть-чуть разберемся, какая же суть этого проекта. А суть проекта в том, что это децентрализованная платформа, которая будет помогать всем участникам этого сообщества, начиная от обычного инвестора и заканчивая создателем этого стартапа. Она будет помогать в продвижении. Ну, давайте для начала, чем будет полезно нам с вами, обычным инвесторам. Ну, во-первых, они будут отбирать стартапы для безопасного инвестирования. Во-первых, мы сможем инвестировать без какого-либо риска, потому что команда этого проекта, вернее,
участники этого проекта будут отбирать эти проекты, изучая дорожную карту, изучая команду этого проекта, в общем, всю его подноготную, и мы можем без опасений инвестировать. Еще, если мы участники этого клуба, нам нужно обязательно приобретать токен, потому что без данного токена этой платформы мы не сможем участвовать в клубе. Что нам еще дает плюс? Давайте вспомним, что были много стартапов, которые мы хотели бы, мы записывались в whitelist и хотели бы участвовать в этом стартапе, в этом ICO, но не могли принять участие, потому что места слишком быстро заполнялись, транзакции не переводились, и киты, какие-то крупные инвесторы просто забирали весь пул, выделенный на это ICO, и обычным инвесторам с какими-то со своими копейками просто не получалось влезть. Это сейчас уже стало, там минимальные и максимальные взносы, прохождение верификации сейчас обязательно, да. Также на этой платформе, кстати, будет обязательная верификация, вы должны со своими документами, с веб-камерой подтвердить, что вы это вы, и чтобы это сделано для того, во-первых, для безопасности, а во-вторых, чтобы, опять же, крупные инвесторы не смогли вымывать, то есть приобретать у этих ICO, которые будут на этой платформе, заполнять эти места, чтобы они смогли максимально там на 10 тысяч долларов, к примеру, разрешено купить токенов, и чтобы один человек купил именно максимум на 10 тысяч долларов, чтобы не было, что у одного человека все токены оказались, и он смог манипулировать рынком, как это, в принципе, было во многих прошлых ICO прошлого года, которые действительно не успевали мы входить, и просто один человек мог выкупить 50% всех токенов, выделенных на ICO. Что еще будет интересного для инвестора у этой платформы? Интересно то, что вы сможете участвовать в самой первой стадии распределения, то есть пресейле или закрытой продаже, даже не в пресейле, а в самой закрытой продаже, в которой вы получаете наибольшее количество бонусов естественно, наибольшее количество токенов. И это на самом деле немаловажный фактор. Какие же плюсы будут для адвайзеров? Также адвайзеры не будут, потому что многие консультанты, принимая участие в каком-то проекте, консультируя этот проект, и в дальнейшем этот проект скамится, они теряют свою репутацию, и все меньше и меньше мы смотрим на них. И чем у консультанта больше хороших проектов, популярных проектов, которые вышли токены на биржу и хорошо торгуются, проект развивается, и такой адвайзер больше ценится, и такого консультанта чаще зовут. Поэтому для консультантов это такой тоже подушка безопасности, то, что эта платформа будет избирать только ICO, действительно качественные, действительно нужные проекты. А какие же будут плюсы для ICO, для стартаперов? Да? Если вы, допустим, собирались создать стартап, у вас есть офигительно классная идея, и не знаете, как это реализовать, то платформа вам в этом поможет. Поможет с white paper, поможет с дорожной картой, вообще поможет и также с инвестированием, потому что у них есть свой фонд, который инвестирует. Если у вас действительно хорошая идея, они из этого фонда будут выделять средства для инвестирования, для какого-то начала, для сбора софткапа именно вашей платформы. Также они будут помогать в помощи в дальнейшем до завершения вашей дорожной карты, будут помогать в помощи листинга на биржах. В общем, если у вас есть отличная идея, если вы в принципе-то разработали свой план действий, вы можете также участвовать на этой платформе, вас рассмотрят, и ваше ICO действительно будет уникальным и действительно будет очень крутым. В принципе-то и все, что можно сказать о данной платформе. Платформа очень крутая. Токен этой платформы дает участие право на
участие в этом клубе. Будут специализированные чаты, так же как и для инвесторов, так же как и для консультантов и для ICO стартапов. Будут все эти специализированные чаты, будут вас направлять, консультировать, и это очень удобно. Поэтому я вот считаю клубы, тем более клубы такого масштаба, такого уровня, это действительно очень круто. И всем советую присмотреться к этому проекту, заходить на их сайт, изучайте white paper, обязательно посмотрите распределение средств, оно тоже интересное, рассмотрите экономику токена. И основная стадия, вернее вторая стадия ICO 15 октября начинается. И заходите, инвестируйте, будьте участниками этого клуба. Ну и напомню вам, что в феврале 2018 года был запуск 5 стартапов в Германии, а в июне 2018 года официальный запуск Iconic Consulting, в июле был запуск второй акселерационной компании в Германии, и в сентябре прошел запуск акселерации в Нью-Йорке, и в ноябре 2018 года будет запуск акселерации в Сингапуре. Так что, ну, действительно, проект вот такой вот, ребят. Заходите, изучайте, инвестируйте. А я вас благодарю за внимание. Пока-пока.